Государственную программу по переселению граждан из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, выполнят досрочно. Такое обещание дали власти региона. К концу этого года муниципалитет планирует выкупить нужное количество квартир, а в следующем передать их собственникам. Продолжит Жанна Кузьмина. Здравствуйте. Свою новую квартиру семья Гаджимуратовых видит впервые. 50 квадратов не могут не радовать. В старом жилье было намного меньше. Но дело не только в дополнительных квадратах, объясняет глава семейства, но и в безопасности. Теперь не нужно бояться, что аварийная двухэтажка сгорит или развалится раньше срока. Администрация пошла навстречу. Мы хотели вот в этом районе, так как у меня дети учатся в школах, тут рядом, и жена тоже работает здесь рядом. И вот так и получилось, что дали здесь рядом. Тут метров 500 буквально от того дома старого. Государственную программу по переселению граждан из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, в Мегионе обещают выполнить досрочно. Для этого муниципалитет до конца года выкупит недостающее количество квартир, а после передаст их собственникам. Жилплощадью в капитальном исполнении уже обзавелись более 500 семей, и еще 600 получат ключи в 2004. Государственная программа действует до сентября 2024 года по срокам программы, но Мегион, как и многие муниципалитеты Югры, идут опережающими темпами расселения жилья. Мы планируем приобретение жилых помещений в рамках данной программы для завершения этой программы уже в текущем году. У нас в этом доме выкуплены все квартиры, в соседнем доме выкуплены все квартиры, и последний остаток квартир по программе подлежит выкупу, планируется в доме через дорогу. Новому жилью радуется и семья Гилевых. В ветхом доме они прожили 11 лет. Трехкомнатная квартира в центре города теперь кажется им царскими хоромами. Обжиться на новом месте успели за несколько дней. Теперь у детей раздельные спальни, об этом они долго мечтали, а у родителей большая гостиная с балконом. Если учесть, что у нас еще рабочие дни, мы вечерами собрали кухню, установили детскую шкафы, диваны, повесили телевизоры. Сегодня нам провели уже интернет, мы теперь уже полноценная квартира современная. Новое жилье сдают под ключ с площадью, равноценной квартирам в ветхом фонде. За дополнительные метры собственники доплачивают. С переездом, как правило, семьи не затягивают, поэтому новоселье в домах отмечают практически каждую неделю. Мы проводим заселение ежедневно по мере готовности документов. Конечно, для того, чтобы люди, учитывая, что у нас сегодня уже наступает, скоро зима наступит, мы выдаем ключи ежедневно. После завершения одной государственной жилищной программы наступит черед следующей. Теперь муниципалитету будет необходимо переселить горожан, чьи дома признаны аварийными после 2017 года. Жанна Кузьмина, Ирик Абдулганиев, Вести Югория, Нижневартовск.